Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». В дни новогодних праздников Димаша Кудайбергена будут показывать в телеэфире 6 телекомпаний 4 стран мира, в которых живет 21% человечества. Итак, в Казахстане новогодние эфиры с участием Димаша можно будет увидеть в такое время. Национальная телевещательная корпорация Японии NHK приберегла на 30 и 31 декабря показ фестиваля песни ABU и будет его транслировать несколько раз на протяжении этих дней. Национальная телекомпания «Казахстан» 31 декабря с 16:30 до 19:00 будет показывать телеверсию фантастического концерта Димаша в нью-йоркском Барклайс-центре. В 22:30 по времени Астаны в Китае на столичном канале Beijing TV начнется показ новогоднего телешоу с участием Димаша, а в полночь нашего любимого артиста мы снова сможем увидеть на российском Первом канале. 31 декабря в 19:10 новогодний мюзикл канала НТВ «Тысяча и одна ночь» или «Территория любви» с Димашем в роли принца можно будет посмотреть, соответственно, на телеканале НТВ. 1 и 2 января телезрители России традиционно будут смотреть «Песню года», которая неизменно выходит в эфир в эти дни, начиная с далекого 1971 года. А Первый канал решил порадовать своих зрителей показом великолепного юбилейного шоу Игоря Крутого с участием мировых звезд, которое состоялось в Москве на ВТБ-арена 5 ноября. Вот так, друзья, Новый год обещает быть чудесным в компании с Димашем Кудайбергеном. Всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».